Ну давайте, Евгений, соберитесь в своей сратости. Евгений не может собраться в своей сратости и не говорить сразу в комментариях. Я так не умею. Итак, мы видим, как Алексей продолжает наяривать на своем мотарде. Наяривает. Доволен. Молодец. Вращение гораздо. Он сказал, ему масло там капает уже чуть ли не на штаны. Это не масло капает, это он сам капает от радости. Там здесь... Мы это замажем музычкой, но это не точно. Прошу отметить, что если судьи не попросят, то мы и не замажем. Прошу отметить судей, чтобы они не отвечали. Пусть все слышат эти сратые комментарии. Мне кажется, все смотрят без звука. Если кто-то это слышит, то есть мнение, что... Это Евгений, что... знаете. Нет, это не Евгений, это Валентина. Есть мнение, что когда на видео есть сратые комментарии, то мотоциклист едет быстрее. Но мы отвлеклись от главного героя.